свинить в извилину, да. Или она легкая? Вода. Шарик. Вода. Ну, так она догадливая. Лиша. Вот. Но, думаю, что, как бы, проиграть мы не можем, сколько мы так оценим. В любом случае, все победят, но все это правильно. Так что вы... Обратите внимание, как вам начинается манипулировать. Не в пользу того, как хотите. Нет, посмотрите, кто из нас вообще более убедительный. Сделайте правильный выбор. Смотрите, мы одна семья. Я думаю, это могу больше уважать аудиторию. Вот. Как минимум, как делаю это я. Вот. И больше уважать меня, как оратора. Вот. Поэтому, ребят, правда, вот здесь, находится вата. Вата, потому что у меня хорошее настроение. Я всех люблю. У меня, в отличие от тебя, в коробочке есть предмет. Мне не нужно обманывать симпатичных мне людей. Мне, в отличие от тебя, не нужно и не манипулировать. Мне нужно просто говорить им правду. У меня здесь есть вата. Ребят, ну, даже нечего сказать, да, вы сами все видите. По поводу симпатичных людей, мне нечего там их не манипулировать. Они легко быстрее нас. А что мне стыдно? Вы просто возьмите в мозг рабочих и увидите, как бы, кто прав, кто не прав. А Лера, она молодец.